Югорчане, у которых есть вопросы к проведению капитального ремонта, могут их озвучить сотрудникам фонда. Тот регулярно устраивает встречи с жителями. Чаще всего они интересуются возможностями погасить задолженность. Напомню, долги по взносам за капитальный ремонт можно оплатить в рассрочку. Только первая выплата должна быть не меньше трети долга. Кроме того, на таких встречах разбирают порядок действий собственников при наступлении гарантийных случаев. Рассказывают им, как самостоятельно управлять собранными на капремонт деньгами. Узнать о дате и времени проведения таких встреч можно в администрации муниципального образования.